посмотрите направо и налево крепостной РФ, который турки выстроили здесь уже после того, как Наполеон отсюда отступил, и стены вот эти вот мощные татары после нашествия Наполеона. А вот это пролом в стене, который сделали в начале 20 века, единственное современное здание здесь, это гостиница такая очень простенькая, сейчас ее видим, внешне даже отличается, остальное все вот с того времени осталось.